Жители Ленинского района и города Видное любят и гордятся своей метабольной командой. Мы не только болеем за наших игроков во время домашних игр, но и следим за успехами команды на всех выездных турнирах, в том числе и на чемпионатах Европы. Слава метабольной команде города Видное уже расширила географию, вышла за пределы Европы, Азии и даже в Америке знают. Поэтому могу одно сказать, мы действительно гордимся нашей команды, мы действительно уверены в их успехах не только в чемпионате России, но и на играх международного уровня. Сборная России по мотоболу окончательно сформирована и приступила к тренировкам. Россиян уже долгие годы на международной арене представляют в основном игроки видновской команды «Металлург». А финансовую поддержку национальной команде оказывает в том числе и администрация Ленинского муниципального района. Почетная миссия. Не все измеряется деньгами, а есть не только какая-то гордость за город, за район, есть национальная гордость за собственную страну. До отъезда на главный мотобольный турнир года осталось около недели. И на традиционной встрече перед отправкой на чемпионат главе района был представлен состав сборной России образца 2017 года. Среди всей делегации только два представителя ставропольского мотобола – нападающий Сергей Крошка и вратарь Алексей Молодушка. Остальные члены сборной представлены видновским клубом. Капитан команды Владимир Сосницкий, вратарь Алексей Семенов, игроки Антон Гусев, Геннадий Мыц, Иван Криштопа, Никита Семин, Роман Дицина и новобранец Анатолий Касьянов. Все ребята находятся в хорошей физической форме и готовы сражаться за победу. Будем стараться. Всегда все хотят привести первое место, тем более в наш город прославленный. Что от нас будет зависеть, мы все сделаем. Вот. Для нас, для нашей всей России и Ленинского района. Спортсмены поблагодарили главу за теплый прием, а Олег Владимирович пожелал мотоболистам спортивной удачи и призового места. Бороться только за первое место. Вот это тоже традиционно, и, видимо, ребята это понимают. Все поколения сборной команды Советского Союза, теперь сборной России, понимают вот эту ответственность, которая на них ложится. Не только защищать цвета «Металлурга» на чемпионате России, но на них ложится ответственность защищать честь России на чемпионате Европы. Елена Бабина, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.